Организовать музыкальную студию непросто, не так ли? Нужно много готовиться, не так ли? На самом деле все гораздо проще. Что необходимо для создания музыкальной студии? Сегодня я с вами поделюсь этим, так как прошла путь создания такой студии и имею определенный опыт работы. Что необходимо получить, приобрести, найти? Первое. Отучиться и получить сертификат педагога Софмоцарт. Второе. Приобрести компьютер, ноутбук. Третье. Нужен синтезатор и цифровой пианино, плюс стойки. Наушники для работы в группе. Четвертое. Шнур соединения. Пятое. Программное обеспечение Софмоцарт. Шестое. Дидактический материал, наклейки, закладки за клавиши, карточки, прописи и прочее. Седьмое. Стол и стулья. Что делать дальше? Первое. Организовать рабочее место. Выделить комнату для занятий с минимальным набором мебели. Второе. Оформить комнату без излишеств. Музыкальный алфавит, музыкальная карта. Третье. Написать объявление о наборе в студию, в социальные сети, школы, детские сады. Четвертое. Предложить знакомым поучаствовать их ребенку в международном онлайн-концерте Академии Софмоцарт. Почему на уроках музыки я использую программу Софмоцарт? Чем она отличается от других методов и программ? В наше время технологии позволяют человеку увидеть, услышать и прочувствовать чудо рождения звука, его развитие и завершение при прикосновении к клавишам. Программа Софмоцарт через анимацию показывает нотозвук в режиме реального времени. Но самое важное то, что программа показывает нотный стан как единую систему линеек и пространств с клавишами инструмента. Мои ученики с легкостью устанавливают связь между нотами и клавишами, потому что ученики работают с музыкальным навигатором, закладками или наклейками. Каждая линейка и каждое пространство нотного стана соответствует определенной клавише. И с первых уроков ученики начинают играть сразу двумя руками в двух ключах – скрипичном и басовом. Зрительная поддержка просто необходима в обучении музыке для начинающих любого возраста. Учиться музыке стало легко. Благодаря конвертеру я могу пополнять музыкальную библиотеку, ввести в программу любые ноты для своих учеников. Благодаря обучающему софту можно увидеть и реально оценить результаты обучения. Понять и увидеть, как развиваются навыки. Идеальное исполнение музыкального произведения не является целью обучения. Главным же в обучении является радостное, легкое общение человека с отзывчивыми нотами и нотным текстом. Понимать музыкальный язык – значит читать ноты, если бы как мы читали книгу, записывать ноты, развивать музыкальный слух, быть музыкально грамотным человеком может каждый. Через программу Софмоцарт идет эффективное развитие человека как личности. Как я мотивирую учеников? Ребенок – существо социальное. Есть потребность в реализации себя и необходимости показать свои достижения не только родителям, но и другим людям. Поэтому два раза в год, помимо онлайн-концертов Академии Софмоцарт, я организую живые концерты с моими учениками накануне Нового года и отчетный в конце учебного года. Как правило, концерты носят тематический характер, и для таких концертов подбирается определенный репертуар. Например, истории сказочного замка, композиторы разных стран мира, господин Вальс и господин Марш и другие. Концерт мероприятия открытое, а значит приглашаем всех – родителей, бабушек, дедушек, друзей, знакомых. По окончании концерта любой желающий может поиграть на инструменте по программе Софмоцарт. Чтобы провести концерт,
Возникает потребность в помещении или зале. Есть вариант договориться со школой, близлежащим развивающим центром. Со своими учениками мы готовим музыкальные произведения для школьных мероприятий. Это могут быть индивидуальные выступления на любом празднике. 9 мая, Новый год, 8 марта. Музыкальное сопровождение к сказкам и спектаклям, к отдельным номерам. Готовим музыкальное сопровождение к литературно-музыкальным гостиным. А также поздравления с днем рождения от ребенка для мамы, папы, бабушек, дедушек с исполнением пьесы и транслированием видеоролика имениннику через сеть интернет. Бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. Готовим поздравления с днем рождения любимому учителю. Живое исполнение на уроке. Участие детей в международных академических онлайн-концертах Академии сов Моцарт. Зимний концерт «Бал бабочек» – самый удивительный концерт. За каждую сыгранную пьесу автор программы Елена Владимировна Хайнер посылает участникам бабочек. Цель концерта – сыграть как можно больше музыкальных произведений, чтобы получить как можно больше бабочек. Пьесы для такого концерта не шлифуются, их можно играть по нотам и с ошибками. Летний концерт – отчетный. Фокусируемся на качестве исполнения. В методе сов Моцарт центром внимания является достижение ученика по сравнению с прошлыми выступлениями. Продвижение ученика сравнивается не с идеалом, но с самим собой, с прошлым полугодием. Для вас музыкальную композицию. С каким возрастом работать и как? В студии может быть до 20 учеников разного возраста, от 2 лет. Каждый ученик имеет персональный дневник, где фиксируется каждый шаг, особенно цифры из программы. На сайте сов Моцарт выбираем план, соответствующий возрасту, и придерживаемся его содержания. Занятия индивидуальные. По окончании учебного года ученик получает диплом определенного уровня, если он выполнил все требования Академии сов Моцарт, а также знаки отличия, медаль или орден, ступени лада в образах сказочных героев. С детьми от 5 лет можно проводить групповые занятия. Это моя мечта. Мой следующий шаг в работе сов Моцарт. Метод Елены Владимировны Хайнер успешно используется в обучении музыке на фортепиано в разных странах мира. На сегодняшний день сов Моцарт – это единственная научная система, которая основана на научных открытиях, согласно и благодаря которым каждый ребенок может стать музыкально грамотным, а домашнее музицирование по нотам войти в каждый дом и стать частью повседневной жизни человека.